Просторы интернета открывают безграничные возможности. Все чаще мы ходим по виртуальным магазинам, оплачиваем услуги, общаемся и заполняем документы дистанционно, порой пренебрегая элементарным мерам безопасности в сети. Словно в этом поле присутствуют и злоумышленники, которые из своих корыстных интересов скачивают базы данных, используют их для достижения каких-то криминальных целей. Всем известные вирусы-шифровальщики, они способствуют блокировке информационных систем, и в конечном итоге злоумышленники занимаются в том числе и вымогательством людей с условием того, что потом они эту систему разблокируют, то есть требуют уже каких-то финансовых средств. В первую очередь безопасное пребывание в сети зависит от самого пользователя. Итак, простые правила. При регистрации на любом сайте не используйте простые числа в качестве пароля, например, дату своего рождения или номер телефона. Сохранять все пароли в браузере или на телефоне тоже небезопасно, хоть и создатели девайсов уверяют нас в обратном. Если, например, вы сохранили пароль на устройстве, на телефоне и потеряли, допустим, телефон, то любой злоумышленник или кто нашел телефон, может зайти и посмотреть ваши финансовые переводы какие-то, также списать с карты там деньги. Все пароли хранить лучше в менеджерах паролей. Также специалисты советуют использовать лицензионное программное обеспечение. Это гарантированно защитит ваше устройство от внешних угроз. Аккуратнее нужно использовать и социальные сети. Ограничьте объем информации о себе, удалите лишние фотографии, видео, адреса и номера телефонов. Либо правильно настройте приватность аккаунта. Будьте внимательны при работе с электронной почтой. Чаще всего именно почтовый ящик подвергается атакам злоумышленников. Там содержится очень много на самом деле ключей доступа к различным паролям, так как восстановление пароля, оно обычно происходит через электронную почту. Поэтому специалисты рекомендуют, конечно, иметь несколько почтовых ящиков. Один, там, допустим, для использования в чатах, форумах, которые вы оставляете в анкетах на получение бонусных карт, каких-то маркетинговых исследованиях. И, соответственно, должен быть приватный почтовый ящик, который уже привязан к интернет-банку, к соцсетям, и отдельно, конечно, почтовый ящик, с которого ведется рабочая переписка. Поэтому по возможности используйте так называемую двухфакторную защиту, то есть функцию привязки к вашему телефону. И, тем не менее, сохраняя бдительность, не стоит доходить до паранойи. Все персональные данные югорчан охраняют передовые технологии. Обычно все данные пользователей хранятся вот в таких вот серверных. А шумно здесь потому, что идет система кондиционирования, чтобы ваши данные были защищены 24 часа в сутки. Соблюдая эти нехитрые правила, можно не только пользоваться безграничными возможностями интернета, но и обезопасить свою жизнь – виртуальную и реальную.